Остановимся? Нет, я думаю, давай пока остановимся. Я думаю, на сегодня достаточно. Мы... Значит, здесь чердачное пространство. Вот тут над гостиной будет потолки по крыше, это второй свет. Но если мы хотим сделать крышу поинтереснее, у нас значит будут какие-то стыки пересекающиеся крыши какие-то кукушки выходить тогда конечно очень хочется сделать ее жесткую просто каркас наполненный минплитой там гвл ну, может быть может быть каркас опять же минплита и вагонка да или да. же щитранка есть конечно один очень важный элемент это лестница вот каким образом происходит расчет лестницы вообще в деревянном доме в срубе вентиляция инженерии там предполагает закладку вот этих вот воздуховодов или как это вообще касаемо домов пост анбима вот расскажи mm -hmm. вопрос в следующем в россии у нас проектирование вообще этими домами занимаются просто частные конторы да то есть mm -hmm. ты там дядя петя там неважно момент с балками понимание Угу. Какие у нас балки, да? То есть заказчик должен для себя определиться, получается. Допустим, в этих комнатах у нас видовые балки круглые, в этих у нас и брусовые, да, с подшивой просто вагонкой. Да. То есть тоже он на стадии проектирования для себя должен уже это понимать, правильно? Где какие балки, у него, какие потолки, так Все скажем, верно. будут и на какой высоте, опять же. А, да, действительно. Что касается балок, вот сейчас я открыл другой. Наш проект, это дом в Тюмень, да, который мы делаем. Вот здесь как раз то, о чем ты говорил. Ну, мы, собственно, с тобой это обсуждали, да, по этому проекту. Заказчик в данный момент, он выбирает, что ему сделать. И, предположительно, вот здесь вот в спальне мы расположили балки из бревен они специально подсвечены как бы немножко неестественным, да, вот таким синим цветом, но это просто, чтобы визуально их выделять, значит, в изобилии бревен. Здесь у нас первый этаж, это сруб, а, значит, здесь чердачное пространство. Вот тут над гостиной будет потолки по крыше, это второй свет. Здесь конструкции постенбим. Вот тут вот бревна, значит, протесаны. Сюда будут вставляться окна. Ну, про это давай мы да. еще поговорим. Вот сейчас получается, а что это санузел и что там, котельные, где такие ну, потолки из брусовых балок. Из брусовых балок это вот помещение сантехническое. Оно внутри просто будет разделяться каркасными перегородками. Угу. Здесь будет и туалет. И значит кладовка, технические какие-то помещения, поэтому здесь, скорее всего, нет смысла по потолку. То есть там смотреть, грубо говоря, никто не будет любоваться смысла да. там. Да. И еще у нас может быть какие-то парные, да, там душевые, то есть тоже, где идут идут кабинки, получается кабинки. в парной нам не надо, чтобы капал с, с потолка, точнее, да. смола, то есть там липа подшивается у нас если это будет балка видовая из кедра то она тоже под температурой может начать просто капать там смола вот. то есть наверное и вот эти еще комнаты да хотя в принципе мы можем во всех сделать эти брусовые балки подшить если кому-то нравится чтобы не давило, не висело, да там то есть по идее почему бы нет можно но я думаю что самое лучшее место для бревенчатых балок это ну большие потолки широкие, это спальня, холл, поэтому здесь мы пока гарантированно сделали балки из бревен в спальне. Вот вот тут вот небольшой это холл. Прихожка. Угу. Да, небольшой холл. Вероятно, мы разместим их вот здесь. А, вероятно, балки будут в гараже. То есть этот проект мы же с тобой пока еще обсуждаем с заказчиками, поэтому он пока на стадии согласования находится. Вот если он захочет, мы оставим в гараже эти балки. Ну, приятно тоже смотреть, красивый большой потолок. А в технических помещениях мы балки сделаем из бруса. Это брус у нас, значит, сечением 100 на 200 миллиметров примерно, да, предварительно. И вопросик еще по направлению. Опять же, вот у тебя в этих комнатах, допустим, в коридоре направление угу. по вдоль, да в гараже поперек балки стоят mm -hmm. скажи что-нибудь вот свое мнение потому что вроде как говорят что когда ты заходишь у тебя балки должны быть повдоль. вот чтобы ты как бы на них смотрел я не знаю ну как-то mm -hmm. вот тут э, как бы может могут быть разные ситуации можно этим руководствоваться но у нас еще э, чисто технические есть причины у нас балка она врубается как бревно она же врубается между венцами. Mm -hmm. и у балки должна быть определенная высота вот если нам по ней сверху, по балкам сверху накладывается потолок. Вот в данном случае это у нас потолок из толстой доски, необрезной, красивый такой, фактурный. Если нам заказчик задает высоту потолка, к примеру, 3 метра, мы понимаем, что вот, вот эта протеска она должна быть на уровне 3 метров. И мы бревно здесь врубаем. Между венцов, в общем, смотрим. Вот да. Направление соответствовали в итоге. А если ниже, то ниже уже придется врубать вот в эти венцы, и, скорее всего, менять направление балок придется тогда. Ну, в принципе, мы про это можем сказать заказчику, да, да. что направление балок учитывайте, да, то есть могут они быть вдоль, поперек, и, соответственно, потолки тоже также получается, зеркально, да, то есть потолки они... будут вдоль, если мы балки да. кладем поперек и да. наоборот. И да. уже от, от его пожеланий ты уже врубаешь их. Ну, правильно, это я ему все объясняю. Если у вас потолки будут, балки в этом направлении, то доски потолка лягут совершенно, значит, перпендикулярно под 90 градусов. В принципе, это на стадии уже дальше детальной доработки. Это мы все сделаем, это будет видно, и мы же можем ему показать. Значит, мы вот отсюда ему потолок этот потом покажем. Но вот данный проект, он пока предварительно в такой вот форме балок. Следующий момент, это второй этаж. Второй этаж, он может быть рубленым, может быть пост бим То есть, как выбрать, так скажем, заказчику, да, вот какие плюсы и минусы ты видишь. То есть, я уже про это тоже много говорил, что там пост бим он безусадочный, вот можно делать кровлю и угу. такой более интересную, да, с эльками, с яндовыми, с вальмовыми там и так далее. То есть там не будет этого схождения, расхождения и прочее. То есть, соответственно, можно и покрытие тоже применять керамику, например. А уже во фронтонных, где рубленые фронтоны у нас, угу. вот, там ограничены. То есть мы там уже не можем сделать какие-то конфигурации крыш там интересные. То есть просто двухскатка. С покрытием либо это шинглс, мягкая какая-то, либо это металлочерепица, ну, там, более крутая, композитная, например, там, еще что-то. Вот, но уже у нас есть ограничения, по сути. Ну, да, все верно. Тут, значит, если мы говорим о классическом срубе и, допустим, полумансардном этаже, вот тут вот есть на фотографиях у меня, да, такие вот, то... То есть рубленый фронтон рубленый да, руб, этаж. когда фронтон, вот этот вот треугольник, который, треугольник стены, который заключен между двумя крышами, если он набран из горизонтальных бревен обычного сруба, то он в процессе, в течение двух лет претерпевает усадку какую-то. Пусть даже небольшую, но допустим 5% на 2 метра, это будет 10 сантиметров. 10 сантиметров усядут стены, крыша, соответственно, сделает вот так, оп, разъедется, это нормально, это можно учитывать, но в основном тогда крыша делается простой формы, простой двухскатной формы, чтобы она, значит, беспрепятственно здесь ставятся необходимые, значит, разработанные скользящие крепление. это все применяется, это нормально, но если мы хотим сделать крышу поинтереснее, у нас, значит, будут какие-то стыки, пересекающиеся крыши, какие-то кукушки выходить, тогда, конечно, очень хочется сделать ее жесткую. Жесткую, тогда вот эти вот треугольники стен, фронтоны между крышами, они должны быть не, не, не в стиле обычного сруба сделаны. Допустим, по технологии пост Вот здесь вот, значит, в латвийском доме предварительно такая технология рассматривается. По заполнению сразу Uh -huh. Должен ли заказчик понимать, чем он будет заполнять эти стены? Или же он может в процессе, например, какие-то предложения рассматривать. Потому что здесь, вот, к примеру, в данном случае у нас Забир. Ну, хотя uh -huh. ты, я не знаю, брус нарисовал, что-то специальный брус. А, нет, если здесь, значит, истории с историей этого проекта именно, бывает по-разному, я скажу. Бывает, определяется сразу или в процессе. Если мы берем этот проект, изначально у меня здесь, видишь, ну это да, это потому что заказчик. То есть художник заказчик сразу сказал что-то да. плоское, скажем так, художник нарисовал что-то плоское. Я это плоское пока повторил. Просто пока повторил в, в объеме, но... Наш следующий на... с тобой этап работы по этому срубу будет как раз именно разобраться, что мы вот здесь на делаем. первом на первом эскизнике там бревна. Вот, да? там, как бы Виталий а -а -а. рисовал, у нас были бревна, потом архитектор поменялся, пошел какой-то лафет, но mm. это не суть. То есть на самом деле заполнение, да, вот оно вообще в принципе может быть любое. Просто каркас, наполненный минплитой, там ГВЛ mm. может быть, может быть каркас опять же минплита и вагонка да, или да. же щека, Дранка. Снаружи. лиственничная. очень красивая дранка красиво да либо камень камень ровный. может быть То заполняет керамок, гранит в... легкими блоками либо блоки да да легкими блоками заполняют вот эти стены каркасные панели как ты уже произнес и отделка идет дранкой вот, как здесь, допустим, вот постенбим, и отделка стен идет дранкой, угу. тоже такой вариант возможен. Мы здесь можем применить с тобой забир сделать из бревен, тоже часто применяется, когда стена набирается из бревен. Но там нужно учесть момент усадки, усадки, появление усадочного зазора, закрытие этого зазора потом сверху горбылем там или еще что-то, это надо думать. Но вот в данном проекте мы с тобой сейчас как раз и будем определять и обсуждать с заказчиком, какой мы будем делать забир. И вероятно, что здесь мы вернем где-то круглые бревна. Ну, тут у нас эскизная стадия такая предварительная. Вот. Какие у нас, получается, еще есть особенности, да, помимо вот того, о чем мы говорили, угу. для заказчика, чтобы. Выстроить вот это представление, да, что как можно делать, как нельзя. Есть еще что-нибудь, чтобы хотелось добавить? Да, Саша, есть, конечно, один очень важный элемент это лестница. Это важно, это крупный, большой, большая часть дома, и ей нужно уделить серьезное внимание. Дело в том, что с чем это связано. Лестница может быть Удобная или мало, менее удобная. То Просто есть, стремянку Да, совсем, <laughs> совсем неудобно. Это вертикальная лестница, по которой нужно забраться. Если человек посещает второй этаж несколько раз в день, допустим, там спальня он ходит вверх-вниз, и лестница будет неудобная, допустим, у него будут слишком высокие ступени, то сперва он этого ощущать не будет. Ну, вроде он поднялся и нормально, и спустился нормально, ничего же страшного. Но если это все умножить на количество дней, которые он живет в этом доме, проходит месяц, два, три, и вот он бегает вверх-вниз по неудобной лестнице. Он через полгода может сказать, ребят, я не хочу двухэтажный дом, постройте мне дом в один этаж. А всего лишь потому, что его лестница была не, неправильно рассчитана. Есть определенные стандарты, где у лестницы ширина ступени должна быть примерно там 300 мм, высота 150 если мы начинаем Высоту в ступени увеличивать, делать ее 20 сантиметров. Ну, это зависит, получается, от места угла, да, да? то есть расположения лестницы в проекте, в планировке. Да. И в итоге, если мы хотим сделать удобную лестницу, то есть человек, поднявшись и спустившись много раз в день по этой лестнице, не будет ни капли от этого уставать, то есть он будет это делать легко. Как будто он идет по, ровной, по ровному этажу, по ровному да, полу. Да, есть же еще пожилые люди и так пожилые далее. Пожилые люди есть. Ну, вообще, в принципе, просто человек будет уставать. Усталость накопится, появится неприязнь. Просто появится ощущение неприязни опять идти наверх. Вот это все. Вот. Для этого под лестницу нужно заложить большую площадь. В основном все типовые проекты, которые мы видим в интернете, там лестница скомкана до самого минимального размера. Ну так удобнее архитектору делать вот эти типовые проекты, чтобы лестница занимала как можно меньше места в планировке. Она вроде там нарисована, приходит заказчик, говорит, вот я хочу этот проект, классный. Я смотрю, а там под лестницу такой маленький квадратик, что там влезут только вот такой вот высоты ступени, вот такой ширины маленькой. И он один раз туда сходит в день и больше. Если верхний этаж временный какой-то, понимаешь, это не страшно, может быть, да, там чердак. Тогда можно лестницу в потолке, взял ее, вытянул с потолка и поднялся. Вот в данном случае, значит, есть какие-то нормы, допустим, квадратура да, под лестницу высотой, там, первого этажа 3 метра, грубо говоря? Саша, я думаю, что метров 8-10 квадратных нужно под лестницу. И эти моменты нужно учитывать. То есть на удобную лестницу нужно выделить хорошее место в доме, обязательно определиться с ее расположением. Некоторые архитекторы говорят даже, что в принципе дом начинает проектироваться с лестницы. Да. То есть определяют не где будут там спальни, санузлы, а в первую очередь смотрят на квадрат дома и куда, куда будем ставить лестницу. Потом от нее уже дальше начинаешь плясать. Иначе есть риск сделать неудобную лестницу, трудный подъем, и человек устанет от второго этажа потом ходить. То есть примерно такое помещение 3 на 3, квадратура там или 2, 2 на, 2 на, 4, на 5, 2 на 4, 2 с половиной на 4, да. Какая у нас там будет переходная площадка? Если мы делаем ровную переходную площадку между маршами, то человек пока шагает по ней, он немножко отдыхает. Или она все-таки будет состоять из поворотных ступеней? Это тоже такое может быть. Если мы сделаем из поворотных ступеней, мы чуть-чуть сэкономим поменьше. Но лестницу лучше не поскупиться, выделить побольше на нее площади. Поэтому очень часто проект, взятый из интернета, приходится переделывать. Как только начинаешь переделывать размер лестницы, у тебя меняются переделываешь все делаешь размер дома. И ты просто переделываешь весь проект, <свят> тебе деваться некуда. А обычно вот эти два вопроса. Котельная, размер котельной маленький закладывают, а размер котельной должен быть не меньше там... 7 метров квадратных, желательно по площади 7-8 метров квадратных, потому что есть габариты площади, куда нам нужно просто вставить как бы котел, это одно дело. А другое дело, что котельная, в ней может, допустим, находиться еще бак для воды огромный. Можно сделать котельную в цоколе, в принципе. Как в цоколе можно сделать, но делать полностью цокольный этаж ради котельной тоже может быть дорого. И плюс тогда тебе нужен обязательно спуск будет с улицы по нормативам, по законам. Если ты сделал котельную... Заход с улицы. Ты в цоколе, да. Тебе нужно тогда к цоколю делать приямок, спуск еще один и окно еще в котельную. То есть это все начинает удорожать. Это больше денег. Вот в данном случае с домом в Прибалтике, если мы будем делать здесь цоколь под котельную, нам придется делать цокольный этаж под всем домом. Представляешь, сколько это денег? Это лишний огромный подземный этаж, а его же нужно изолировать от влаги. Это же не просто залитый бетон. Его нужно отапливать. Поэтому цокольный подвальный этаж, ну, он, конечно, иногда мы делаем, он применяется, он нужен. Но если есть возможность его избежать, то мы лучше котельную разместим сверху. Даже лучше в отдельном здании, может быть, сделать, это будет дешевле. Потому что чем... раньше, знаешь, как в советские времена еще котельная, это такое представление, что там уголь, что там какой-то мусор, грязь, то есть -то а -а -а. дым. И поэтому хочется ее куда-нибудь, знаешь, там запихать подальше. Ну, сейчас, видимо, отопление уже, ну, всякие, да, такие, да, более чистый газ там. Если дом маленький, то, в принципе, сейчас газовый котел размещают на кухне по определенным стандартам. Там нужно либо сделать двери из кухни в гостиную, либо сделать арку определенной высоты, чтобы, не дай бог, если какой-то газ, чтобы он поднялся к потолку и ушел в отверстие. Даже можно без помещения сделать можно да, без помещения, отопление да. просто в кухне. Да, настенный котел, допустим, на дом в 150 метров квадратных, в 100 квадратных метров, подойдет настенный, настенный котел, э ну, у него там особая система вентиляции, он сам забирает воздух с улицы и сам выбрасывает газ. Для него, у него нет необходимости брать кислород из помещения, он котел сам берет с улицы через отверстие, через трубу. Поэтому его вешают непосредственно на кухне, и котельная вообще не нужна в этом случае. Ну, нужно соблюсти, конечно, там все стандарты. Если дом большой, тогда все-таки мы говорим об, об отдельном помещении котельной оно должно быть удобное, то там, может быть, нужно будет расположить еще какое-то техническое оборудование. там. Очистка воды, резервный бак с водой. Электрика, еще... электрика щиток. Э -э -э Если газ, мы щиток вообще выносим. Это еще отдельное Нельзя у нас туда, место. Да? Да. Если в котельный газ, щиток мы там не располагаем. Нельзя, его нужно... Потому что щиток может заискрить, искра образуется, а в котельной может образоваться газ какое-то невероятное стечение обстоятельств и может произойти там какое-то воспламенение. Все эти законы, они рассчитаны, и поэтому это разносится. Щиток и котельная в разных помещениях делаются. Поэтому котельная лестница, и вот смотришь, когда проект, в первую очередь обращаешь внимание, так, где котельная, какого размера, какой площади, какой объем там воздушный, есть ли необходимые входы-выходы в котельную. И где расположена лестница? Вот в данном случае, в принципе, у нас под лестницу много места в проекте, да? Заказчик ну, у нас да, да, здесь... запроектировал, поэтому здесь мы даже вот мы можем посмотреть по выставленному разрезу, вот каким образом происходит расчет лестницы. То есть вот у нас заданы 3 метра высоты до потолка. 400 мм предварительно у нас займет толщина перекрытия. Соответственно, высота подъема от одного пола до другого пола 3 метра 40 сантиметров. И потом мы значит, автоматически его высчитываем 3 метра 40 сантиметров, ну, 3-400 миллиметров. Делим на стандартную высоту ступени 150, получаем 22,6 то есть 23 ступени мы здесь должны уместить 23 ступени для того чтобы подъем был удобный но там же еще площадка для разворота она сколько там тоже же и да на это уходит место получается да в данном случае то есть потом мы уже смотрим на план и считаем здесь, размещаем вот эти вот 23 ступени от низа до верха. И в итоге у нас с учетом значит, длины ступени здесь сейчас значит, это 28 сантиметров. Но желательно даже 30 задать. Угу. Соответственно, с учетом вот этой длины лестница у нас займет определенную площадь но ну, здесь места много здесь вот пока вот такой вот размер может быть мы ее здесь сделаем еще шире это мы еще пока с заказчиками обсуждаем но ну, вот такая вот у нас ситуация с лестницами то есть про лестницу надо не забывать по вентиляции то есть вот мы говорили mm -hmm. котлы газы там прочее то есть опять же с кухней вытяжка да то есть вообще в деревянном доме в срубе вентиляция инженерии там предполагает закладку вот этих вот воздуховодов или как это вообще в деревянном срубе вся вентиляция выходит в отдельных коробах. мы не имеем возможности вентиляцию вмонтировать в бревенчатую стену внутрь Допустим, в кирпичной стене мы можем спрятать каналы? Вообще нужна она в срубах, потому нужна, что кто-то, как нужна. бы говорит, сруб дышит, дерево, зачем мне вентиляция там между первым и вторым этажом, к примеру, еще где-то там. То есть, может быть, она она предназумевается в каких-то угу. комнатах отдельных, санузлах там еще где-то, где она требуется. А в основном ну да. контуре она тоже нужна? Ну, все верно. Во-первых, насчет того, что ты сказал, что сруб дышит. Он действительно дышит. Дыхание сруба идет двумя, двумя путями. Во-первых, за дыхание сруба иногда принимают его паропроницаемость стены. Но то есть через деревянную стену, непосредственно прямо через бревно, у нас тоже есть -то, какая-то паропроницаемость. И она, естественно, допустим, выше, чем у пенопласта. Пенопласт вообще паронепроницаемый. Это полиэтилен, скажем, условно так, в котором обязательно нужна вентиляция. Бревно, пар проходит. Но само по себе дыхание сруба, оно идет в основном через пазы. Потому что паз, он там проложен, значит, утеплитель, и идет микроциркуляция. Поэтому, когда говорят о том, что сруб дышит, это в основном идет речь о микроциркуляции воздуха, когда через... Пазы между бревнами внизу. Через стены. соединение, в общем, проходит. внизу стены поступает прохладный воздух, вверху он выходит. Но это очень медленный процесс. Это очень медленный процесс, который дает приятное ощущение в доме. Вот приятно, вот приятно да. находиться, потому что на самом деле равномерно по всем стенкам идет вот эта вот микроциркуляция. Но если мы находимся на кухне и жарим лук на сковородке, нас микроциркуляция не спасет. У нас этот запах лука, он не уйдет через щели. Все-таки нам нужно вешать над плитой, значит, фартук, вытяжка. Вытяжку. Если у нас стоит газовая колонка, то это должен быть не только фартук, потому что фартук вот этот вот, он высасывает воздух над плитой, а должна быть еще под потолком вот такая вот квадратная вытяжка, в которой в том случае, если что-то с газом не так, уходил туда. То есть в любом случае в деревянном доме, кроме приятной вот этой микроциркуляции, в любом случае нужны вытяжные шкафы. Все. Вытяжные ты, тоже, ты тоже это закладываешь? Заговоришь с заказчиком, да. где это требуется? Обязательно Таких. это обсуждаем на стадии проекта, потому что в некоторых местах этот вытяжной шкаф, он внизу забирает воздух, но он же проходит через второй этаж, и он у нас может оказаться в спальне. Но мы тогда как-то решаем с заказчиком, что да, у вас будет проходить этот шкаф. Мы будем его красиво обыгрывать. Мы его отделаем камнем. Или все-таки мы с вами придумаем, как переместить его в санузел или в кладовку? Касаемо домов Постнбима, вот расскажи mm -hmm. вопрос в следующем. В России у нас проектирование вообще этими домами занимаются просто частные конторы. Да? то есть uh -huh. ты, там дядя Петя, там неважно, uh -huh. все это мы делаем руководствуясь на своем каком-то опыте. Да? Uh -huh. Ты рубил, ты знаешь, как могут быть стоять столбы, как они uh -huh. чего-то там. В Канаде, там в других странах это я знаю, что делается вообще целые институты работают над разработкой uh -huh. ветровых нагрузок, еще там шипы соединения и так далее. То есть там целое бюро, да, там uh -huh. посвящены этому. Вот как ты высчитываешь, да, допустим Какие-то есть, может быть, там, знаешь, ГОСТы, там, я не знаю, там СНИПы и, и прочее, что у нас конструкция не завалится, что при таких-то соединениях это будет все ну, надежно, да? То есть есть какие-то? Тебя, как ты это делаешь? Что касается расчетов, в принципе, у нас действительно нет разработанных стандартов относительно постэнбима потому что это новый тип строительства. Но рассчитать бревно на нагрузку всегда можно. То есть, если у нас лежит конь в основе крыши сверху, и у него пролет там 6 метров, то я могу посчитать, какая грузовая площадь крыши сверху. Я суммирую вес, вес крыши, там снеговая нагрузка, ветровая нагрузка. И я понимаю, что у меня сверху, там, допустим, 3 тонны лежит на бревне. И посчитать вот это бревно, прогнется оно, или вообще сломается, это посчитать можно. Немножко конкретики. Вот смотри, есть столбы трехметровые, да? Да. Трехметровые, то есть ну, редко когда делают, то есть высота дома, к примеру, двухэтажного 6 метров, грубо говоря. Угу. Вот если мы туда запендюрим 6-метровые столбы постнбимовские, угу. как это все обвязывать, как это соединять, то есть, получается, один столб ставим, потом обвязка следующий стол обвязка и вот так вот пошли контур да это неудобно то есть как правило делаем трехметровый первый этаж стойки угу. потом обвязка перекрытие трехметровые вторые там или там полу но ну, все равно высота еще угу. соответственно это все э, раз ну, как бы разрыв происходит и все у нас стоит вот на этих вот трехметровых столбах там то есть ты получается те надо посчитать у да какие там будут внутри чтобы у нас это все не рухнуло там да не завалилось. да то есть вот эта проблема у меня внутри она стоит, и как это делается? Вот мне просто интересно, как ты, чем ты руководствуешься, да, вот при проектировании вот этих вот моментов. Ну, я руководствуюсь то, что я уже сейчас объяснил первый, это расчет прочности на прогиб балок, да. Ну это вот в этой. А это по... пространственная модель я смотрю как бы по законам геометрии. Там, где у нас есть прямоугольник или квадрат, он обязательно упадет, если нет ни одного раскоса. Поэтому, конечно, можно предположить, что толстый диаметр, толстый столб сам по себе. Да, потому что есть же беседки, да, которые да. просто стоят столбы, да. верхняя крыша, обвязка и все. То есть между ну, столбами правильно. ничего нет. Но сам по себе толстый столб это уже не просто палочка, которая То стоит. То есть опора 60, он, грубо говоря, сантиметров. Он, он, он сам как кубик стоит. Он, да, он фактически сам по себе, его так вот сложно свалить. Mm -hmm. А если его еще притянуть к земле? Это вот как Останкинская телебашня. Она стоит за счет того, что сквозь нее протянут огромный стержень металлический, ну так я упрощенно, да, и он снизу притянут к, это, к земле, и за счет натяжения башня не падает. Также, в принципе, столб можно притянуть к основанию, на котором он стоит, привязать, прикрутить, и он тогда сам по себе будет, не будет падать. Но тут все зависит от диаметра, от высоты. Если мы говорим о втором этаже, то там нужно предусмотреть, какие будут раскосы стоять внутренние. Какие будут раскосы. Или это стоит, к примеру, навес, там, 6 столбов, и просто на нем крыша. Ну да, на него ляжет сверху снег, и он так медленно может его покосить. Или даже не покосить, а вот так вот еще винтом вот он, значит, Сложится. свернет его, да. Он, может быть, и не упадет, но, в общем-то, будет неприятно. Поэтому... Конечно, я эту модель все смотрю, вот здесь вот, значит, и в 3D, и в плоских чертежах. И мы с тобой будем обсуждать, вот по данному проекту, прям непосредственно, будем обсуждать, каким образом нам здесь выставить раскосы. Что ну, здесь же проще, Может здесь быть, как как с... бы, не будут срубляться. являться. Он да. как основа. Он как То основа. он будет стоять незыблемо. А уже второй этаж на, на раскосах, там на каких-то вот где-то, балки там и прочих соединениях, да, то есть ты уже смотришь, чтобы было все жестко в да. итоге. Да. То есть тут какого-то стандарта, я тебе официального привести не могу, но это вычисляется именно по геометрической модели каждой стены. А, конторы есть, которые именно могут сказать, вот ну, попадется заказчик щепетильный, скажет, вот, я боюсь приведите мне точные цифры расчетов нагрузок, да, и что у меня, я понимаю, что у меня с запасом прочности мой пост бим выдержит. Можно такое сделать? Ну, я могу сказать, что такого я пока еще не встречал, потому что у нас сечение наших бревен, которые мы используем, в принципе, мы используем очень толстые бревна они практически везде идут с запасом. Значит, и горизонтальные бревны, и вертикальные стойки. Поэтому расчет прочности нужен очень редко. Вот, допустим, здесь у нас есть большой пролет коня. И мы, мы с тобой уже понимаем, что если пролет больше 6 метров, мы будем под него подставлять стойку где-то. Вот. А если мы не хотим подставлять стойку, то мы с тобой тогда будем считать, допустим, есть у нас пролет 10 метров бревна, там действительно мы сделаем этот расчет. Мы посчитаем и скажем, что даже наше бревно в 40 сантиметров, оно, если не сломается, то некрасиво прогнется. И туда, может быть, нужно вообще ставить клееную балку, заказывать на производстве деревянную клееную балку, армировать ее стержнями и туда вставлять. А ветровые нагрузки, именно боковые вот эти вот на складывание? То есть Но здесь, они, здесь. да, они все, все учитываются, все, вот, это делается расчет. Поэтому пост бив бим разложив на отдельные фермы, его тоже можно весь пересчитать. Допустим, у нас какая-то треугольная ферма, uh -huh. сделанная из бревен, мы можем посчитать, у нас какие там нагрузки идут в поясах фермы, куда они направлены, какие нам нужно узлы закрепить. И какие узлы именно являются наиболее рабочими и как какие должны быть прочными прочными то есть рассчитать все можно по дому так скажем жилому и нежилому то есть я вот думаю например постен бим он все-таки больше для нежилых помещений допустим это ну как нежилые они жилые просто они не для постоянного места жительства допустим рестораны гостиницы какие-то там офисные помещения угу. вот то есть ты как вот э, думаешь потому что там все равно получается рассыхание это в связи с чем-то рассыхание да? то есть герметизирование швов обязательно, ага. большие панорамные окна везде то есть какие-то проемы то есть ну мне кажется что если брать вот надегу полная надежность тепло там пули непробиваемость, да? Это сруб? Это обычный наш русский, но не только русский, ну горизонтальная рубка из горизонтальных вот бревен. Я думаю, что так, да. Ну, в общем-то, на самом деле это самая простая и надежная конструкция, это сруб. Пост-эн-бим сам по себе. Во-первых, пост-эн-бим, в котором стены сделаны из каркасных панелей, это уже там нет микроциркуляции вот этих вот стен которые есть в рубке, но пост-тандбим нравится многим заказчикам из-за своей, да. из -за своей необычной формы, необычность, да, из-за своей необычной формы, из-за того, что можно сделать, значит, статичной крыши без подвижности, там без вот этого разъезжания стропил, поэтому мы его проектируем, мы его делаем, но там больше требований э, к влажности бревна, к его просушке. Себе бы ты что сделал? Себе бы? Ну, и... ну, в первую очередь, рассматривал бы сруб. Просто обычный. Второй этаж? Не знаю. Слушай, ты мне такие вопросы задаешь. Надо же разбавить немножко беседу. Да, может быть... Но мне больше всего просто нравится сруб. Пост-эн-бим, вот э, как на втором вот этом проекте дом в Тюмень. хороший вариант, когда у нас пост-эн-бим, это просто просто вот, мансарда. Как бы, Мансард, второй да. свет там и прочее. Да, то есть э, я бы как бы так не сильно бы усложнял им проект. Ну, хороший вариант. Дело в том, что видишь деревянный дом, э, дерева много, да? дерево дает тоже определенную визуальную нагрузку если ты не сделаешь в нем какое-то разнообразие это допустим там какие-то светлые элементы там частично светлый потолок там светлая печка то дерево может быть оказаться слишком много А когда мы делаем сочетание у нас идет пост энд бим и сруб это вносит разнообразие ну как бы более интересная архитектурная форма а так по себе конечно прав, что обычный простой сруб, он всегда, чем проще, тем надежнее. Расчет делается обязательно, допустим, ферм, сделанных из бревна, да, из круглого бревна, фермы там треугольные, которые, ну, уже видно, что они, допустим, перекрывают большой пролет длинный, там, 6, 8, 10 метров, тем более, там, 11, это, это большие пролеты, и ферму нужно посчитать. Конечно, расчет производится. Тогда ферма сперва представляется, как будто она ну как геометрическая фигура из линий, рассчитывается усилие в стержнях, куда они там направлены. Вот у нас снег давит, допустим, сверху, через раскосы это передается на нижний пояс, нижний пояс удерживается там привязан за счет стойки. Все это, значит, раздает в стороны, раздвигает. Там у нас по бокам должны быть крепкие узлы. Ну то есть производится стандартный... Расчет а, ферма, как будто она сделана из бруса, вот фактически. Я опять же проясняю. Ага. Это боковое давление, да. <laughs> ветровое. То есть там есть же какое-то ну, усилие ветра, да, допустим. Да. И ты понимаешь, что при максимальном там ветре там 20 30 метров в секунду у тебя будет давление, да, на стены на эти. Вот. И угу. то есть ты тоже, да, вот это тоже учитываешь, получается. Да. На пост-н биме ты тоже понимаешь, что здесь если у меня укосина там или простенок стоит, он уже не даст да. конструкции завалиться. Либо же ты думаешь, а, тут можно, в принципе, его убрать, ну, оно как бы, может быть, чуть-чуть качнется, вот. ну, нормально, или как вот ты? Нет, ну, смотри, ветер обязательно учитывается, чем выше здание, у нас есть, как бы, понятие еще карту ветровых нагрузок, это в определенной местности есть сильные ветра, где-то они не очень сильные, но мы считаем, в принципе, что у нас ветер, к примеру, там, дает он может давать там, 30 килограмм нагрузку. И, естественно, он начинает давить, если высокое здание, то ветровую нагрузку надо учитывать обязательно. Иначе его просто поваривает. Есть такое, где просто огромное. Можно сказать парус. заказчикам, сказать, что вообще пост н здесь не пойдет, у вас сильные ветра. И при, даже если мы закрепим, все сделаем, вот это строение вас тут не прокатит. Или его можно тоже железно четко раскрепить, по там в 6 метров, в 10 метров высотой дом, 12 метров. Ну, у меня еще не было такой ситуации, чтобы мы не, не раскрепили дом. Мы же, во-первых, многоэтажных домов не строим. Мы работаем в сфере индивидуального жилищного строительства, а это обычно два этажа, правильно? Ну, три. Все, это максимум. Мы девятиэтажных домов по Стенбиму не делаем. Там я, наверное, да, не знал, как это все Не, ну, да, даже увязать. при двухэтажном, это же тоже, знаешь, как сараи заваливаются в деревнях, заваливаются да в может 2 два метра высоту уже свалиться под снегом. Тем более снеговые нагрузки взять, допустим, которые там у нас где-то в Карелии или в Сибири. в Сибири, да, там метр снега навалило, 300 килограмм. Мы посчитали, это ну, в общем, прилично на квадратный метр снега. Все это нужно будет, это нужно рассчитать. И поэтому вот такие места, они, конечно, ну, это там достаточно стандартные расчеты. Рассчитывается усилие в стержнях фермы, подбираются сечения, там, например, сечение верхнего пояса, нижний пояс фермы, рассчитываем, какой у нас проходит, значит, сечение. То есть мы, допустим, смотрим, что у нас такой вот цилиндр там или брус 400 на 400 он вполне подойдет по расчету потом рассчитываем узлы каким образом у нас происходит соединение в узлах сминание какое там какими мы с шурупами стягиваем или просто у нас в шип все становится вот а так в принципе чтобы вообще рассчитать полностью значит провести через расчет каждый узел конечно мы не делаем это с теми узлами которые уже но ну, они просто на все 100% стабильные и прочные, вот, которые у нас уже на практике много лет применялись. Вот такой полноценный, значит, огромный расчет по каждому дому не проводится. Проводится именно там, где Видится, что видны может. хотя бы чуть-чуть спорные моменты, где, может быть, особенно длиннопролетные балки, где, значит, идет прогиб. Ты где-то ориентируешься на канадцев, допустим, что-то тебе непонятно или что-то хочется там внедрить? Посмотрел какие-то ну, фотографии, да, фильмы, да. вот как они это все делают, и уже. Слушай, ну, конечно, мы когда начинали э, внедрять канадскую чашу и ее изучать. Там это сколько лет назад? Ну вот у нас это, по-моему, в Сибири где-то лет 12-13 назад, да? Ну в седьмом, в седьмом году, если вот мы часовню 13, начали. Да, 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 все правильно. Значит, уже лет 14 даже. Мы часовни уже начали рубить с завешиванием, правильно? Мы уже оверскрейбит там делали. То есть мы уже канадскую технологию, то есть это получается... Тогда мы уже тогда качали с, с интернета вот такие маленькие фотографии канадские. Вот, увеличивали их и пытались рассмотреть, как что устроено. Вот, но за эти там 14-15 лет, конечно, это все продвинулось. И э, в России сейчас строят очень, ну, тоже много. Но канадские фотографии, проекты мы просматриваем, что возможно оттуда. Берем что-то, сами рассчитываем, конструируем. Сейчас, конечно же, это все смелее, интереснее выглядит. И просьба к Денису была, когда я к нему пришел, когда мы этот разговор весь планировали. Uh -huh. вот, то есть хотел предложить ему, чтобы для ребят, для всех плотников, кто хочет сделать, может быть, у себя на участке пост бим это может быть беседка какая-то, сараюшка, мангал, там, я не знаю, что-то простое. И был такой план, чтобы Денис нарисовал на миллиметровке, показал, как это сделать простому человеку, не без архикадов, каких-то программ, чтобы он это показал и даже может быть какая-то технология, как урок это был бы, где после чего вы бы могли бы сами это изобразить и потом изготовить. Просто сейчас время у нас уже выходит, как бы и так ролик длинный очень получился, поэтому в следующем как бы ролике, да, ну посмотрим, в общем как будет время у Дениса, подготовимся, все сделаем и я думаю получится, ну, боже, да, показать, попробуй, то есть. Да. Как бы как это сделать хотя бы на какой-то вот То маленькой. есть ты предполагаешь прямо на миллиметровке попробовать рисовать простую модель, чтобы э, ну как-то значит Да да человек, да. То есть там, допустим да, он смотрит, он размеры там, вот, там ты ты просто покажешь. Принцип уловить. принцип. Детализировать нарез какой то сделать да дома. Да да. Ну можно, в принципе, попробовать, да, можем попробовать. Чтобы это он сделать, начертил расчертить. деталировку, начертил план обвязки, план там стропил там не план, а детали, mm -hmm. детали стропил коней, уч, учел сечение да, своих ну, мы диаметров. Мы можем попробовать это даже с тобой сделать, когда ты будешь в Сибири, мы можем дистанционно попробовать это сделать. Или ты в следующий раз прилетишь. Ну это уже там разберемся. То есть главное было бы желание. Это... Можно попробовать, хотя сейчас, конечно, много людей пользуются простейшими какими-то проектными программами, но э, все равно визуальное восприятие через бумагу пока еще оно это пока проще будет быстрее нарисовать. Ну давай попробуем. Ну будем заканчивать последнее, что о чем хотелось бы спросить и поговорить, то есть практика и теория, проектирования да, насколько, да, вот как бы вот к тебе приходят проекты, они же в основном все, ну я уже показывал там на архитектурном вот этом примере, угу. да, эскизном, что приходят все такие, так скажем, сырые, мягко говоря, проекты, где видно, что практика там далеко до практики, да, чтобы угу. уже возведение этого сооружения, так скажем, чтобы оно не сгнило потом, не завалилось там и срублено было по канадской технологии, вот, то есть вот расскажи тоже, там, как должен человек быть. Ну, под, слушай, подкован, вот может... понимаешь, вот а, у нас какая ситуация с деревянным домостроением. А, отрасль а, фактически, ну, можно сказать, молодая, правильно. Вот как мы начали, э, там, какой-то 93-95 год, там, 2000-е годы. Вот, то есть мы существуем 25-30 лет. Ну это мы, а так за это, это время. Так, сотни лет уже рубили. Сотни вот, лет, ну рубили мы, да. В, по простому. То, что в деревнях там по простому все было сделано, то, что делают канадцы в Канаде, до нас это очень долго доходило. Но у нас, наших вот со времен советского Союза, были разработаны ГОСТы, СНиПы, стандарты строительства, а были еще разработаны технологии, технологии строительного производства. Допустим, технология производства из кирпича, она прописано подетально. И когда проектировщик выходит, он в институте изучал технологию. Он изучал, какие, какая должна быть толщина шва, толщина стены в таких условиях, как там крепится балка, на, на какое расстояние заходит железобетонная плита. У него технология прописана вся до мельчайших про... Подробностей в срубах и, такого нет. И поэтому человек, когда вышел из строительного да института, он может сам даже не умеет положить кирпич мастерком, но за счет того, что прописана технология, вот он проектирует более-менее, ну он проектирует точно потом. Он да, он действительно руками построить, построить можно, поэтому. да. И поэтому значит приходят каменщики и четко все. Но технология деревянного домостроения не прописана нигде практически. Она вот потихоньку там был какой-то сделан там кана как это, норвежский стандарт, да, да, вот ребята там наши совместно с норвегами написали такой документ полуофициальный, он существует в интернете, там норвежский стандарт, где они прописали, как должны быть чашки, как должны быть шканты, но технологии не изучены, поэтому если проектировщик просто так вышел из строительного института, закончил его и начинает рисовать сруб, он его рисует не, не привязанным к технологии, он не знает технологии. А чтобы изучить технологии, ему реально нужно идти и хотя бы полгода-год поработать, построить эти дома. В разных, вот в разных системах, там, по разному технологиям. Да, в разных системах. Вот я занимаюсь этим 25 лет, да, и ты тоже занимаешься. Мы, значит, рубили уже такие срубы горизонтальные, делали пост бим мы делали крышу. А еще мы проходили этап отделки, когда это все, дом начинает садиться, высыхать. Мы знаем, что вот там над столбами нужно компенсаторы ставить, усадки. И не просто мы это знаем, мы еще думаем, как мы их будем подкручивать, что надо где-то оставить там зазоры, дырки какие-то. Последний раз, когда я это делал, я подкручивал винты. Ну, не, вообще рубил вот руками. Я вообще один. недавно, я летом вот сейчас вот ездил в Сочи и строил там дом. Причем вручную собирал. По своему проекту. По своему проекту. Ну и как? Да отлично, как. Я я очень люблю эту практику, я без нее мне сложно без нее, потому что я боюсь, что я. Начну. А я слышал, что там что-то нарубили, что-то не того. Ну, нарубили, ты понимаешь. <с Дело <с в том, что да, это я товарищ. Ты мой, уже на сборку, я так понял. Ездят. Я ехал на сборку, да. То Он, есть делал это просто компания по твоим. Ну, по твоим... да, это сделал, значит, товарищ один мой, срубил сруб. Ну, скажем, сделано было все хорошо. Да, наверху, в верхних винцах, кое-что не соответствовало чертежам. Пришлось мне это на месте уже с ним исправлять, подгонять, выравнивать там. Ну, это есть нюансы, но благодаря тому, что я как бы в этом участвую и я это проектирую, у меня все это там в итоге у нас получилось. Вот такая практика проектировщику деревянных домов, она для него просто 100% обязательно. 100% обязательно. Либо выезжать постоянно на объекты, либо действительно самому порубить, попробовать, потому что технологию строительного производства деревянного дома он сейчас не, не найдет нигде. Постепенно она появится, она будет описана в учебниках, ее значит, внедрят как стандарт, наверное, там официальный. Да, я вот. думаю, вряд ли, потому что породы древесины, это такой должен быть большой учебник, вот талмуд такой. Да. Из осины это одно, из пихты это другое, из кедра это третье, скрайбинги вообще не изучены. Мы сейчас вот делаем и проверяем, ну, верно, ездим верно. по объектам, смотрим, как оно работает. Ага. Где-то село плотно сразу за два года, просто в ноль, все сомкнулось. Где-то есть подвесы остались. Вот мы сейчас были, тоже такого же изготовления, срок изготовления дома один и второй, а, а, просто все одно, все одинаково, но где-то... Ну, а потому что диаметры там одни, там другие немножко диаметры, там лес стоит, все в тени, там значит на открытом пространстве, где-то уже, то есть как -то это все учесть. Ну вот видишь, поэтому, в принципе, вот, что хорошего проектировщика выделяет? А, в первую очередь, это у хорошего, ну, хорошего проектировщика дом должен быть построен в итоге. Значит, заранее он должен предусмотреть массу всяких обстоятельств, связанных с земельным участком, о котором мы говорили, границами, со стоимостью, потому что нужно как бы заказчика держать примерно в курсе бюджета или определить его заранее бюджет и объяснить, что на ваши там допустим, 3 миллиона рублей, там 500 метров квадратных дом, ну не получится у вас построить. Либо очень надо быть дешевый, ну, какой-то, неизвестно какой. Да, картон, Картон. Вот, второе, проектировщик, он обязательно должен психологически вытянуть. Вот то, о чем мы с тобой говорили, срок проектирования, который может затянуться на полгода, на год, это творческий процесс. Заказчик выступает фактически как партнер здесь он э, участвует в творческом процессе он меняет лестницу окна двери поэтому проектировщик должен как бы психологически вытащить вот это вот все ну также он не только с заказчиком еще и с художником архитектором с художником, который да. предоставляет ну, тебе эскизник да он должен как бы всю эту ситуацию спокойно выносить что все что он нарисовал сейчас первый как первый эскиз любой на завтра будет он это все менять и задача проектировщика, его работы, это не один раз сесть, что-то красивое нарисовать, это супер. А задача это потом полгода еще менять, и при этом все время, и при этом находиться в спокойствии своего, что называется, духа, да. И рисовать опять все красиво. Вот если он это вытянул, дальше он делает проект. И вот сейчас мы с тобой подходим еще раз к технологии, что, что такое хороший проект. Хороший проект это вот... А знаешь, как вот иногда про музыкантов говорят, что музыкант не играет, а он разговаривает на инструменте. Вот он как будто разговаривает. То есть он посредством музыки, он говорит, он что-то говорит, и ты как бы такое ощущение, что ты понимаешь, что он хотел сказать своими музыкальными фразами. С проектом то же самое. Когда исполнитель, там, рубщик открывает чертежи, это не просто какие-то рисунки. Он видит, что со мной говорит Денис. Он слышит как рассказ, как строить, понимаешь? Он листает листы, у него складывается картинка. Он понимает, он слышит рассказ, как будто ему передаются. Значит, последовательность, технология. То есть он как, ну, как речь, прямую, что называется, слышит о том, как ему это все строить. Ему чертежи должны быть понятны. Они должны, как бы, очень легко усваиваться. Для этого проектировщик должен знать технологию с деревянными домами. Технологию можно сейчас понять только лишь на практике. В учебниках ее нет. Поэтому ребята, кто что-то там, значит, пытается, начинает проектировать деревянные дома, обязательно нужно касаться практики. Вот пусть приезжают там к тебе, у тебя работают. <свят> Год практики на деревянном доме, и все. Потом, пожалуйста, начинайте проектировать, вы будете знать нюансы. Ну, наверное, вот такой вот у меня. Ну, на этой оптимистической ноте мы закончим наш ролик. Спасибо Денису за время, за Спасибо, опыт. Спасибо, Саш. Будем приезжать еще. Я думаю, что вопросов ну, еще предостаточно будет. сейчас, сейчас так довольно плотно, но Поверхностно, вот, потому что есть еще вопросы. Все, всем удачи, красивых домов, надежных, грамотных, чтобы стояли не одну сотню лет. До новых встреч. Пока. До свидания.